делать Нюшу. А, привет, будем лепить Нюшу с жевательной резинки. У нас уже есть, кто у нас есть из смешариков? Копатыч, ежик и кролик. И крош. Нам осталась Нюшенька. Еще у нас много героев, но сегодня будем лепить Нюшу. Да? Нюша у нас кто? Хрюшка. Хрюшка. А Хрюшка она какого цвета? Розовая. Мама, я еще пока белый и черный. Буду лепить Нюшу из розового. Из розовой жвачки для рук. Так, достаем розовый цвет. Наша основа. Вот наша основа для Нюши. Нам понадобится, на самом деле, розовый и красненький цвет еще. Красненький. Сразу можем открыть его. Красненький — это будет украшение. У нее там прическа, волосы красненькие. Два основных цвета для нашей Нюши. Начинаем лепить основу. Так, оставим немножко для ручек, ножек и ушек. Это где-то, наверное, столько оставим. Так, лепим шарик. Нашу основу Нюшку. Хрюшка, Нюшка. Вот такой шарик мы делаем красивенький. Шарик у нее. Вот, это будет ее основа нашей Нюши. Так, дальше мы сделаем ей ручки и ножки. Ножки сейчас мы разомнем эту жвачку, поделим пополам, чтобы ножки как-то... Мячик? Класс! Нюшка будет играть в мячик. Так, и... Воздушный шар. Ножки. Может, делаем еще и копытца, попробуем сделать? Да не черный. Ну, копытца у нее тут два красненькие, уже не буду черные, сделаем красненькие. Вот такие две ножки, сейчас попробуем их красненьким. Это ты, мама. Давай, растягивай. Ого, растянулась. Ничего себе, как растянулась, круто. Это жвачка, да. И легко собирается, главное, да, Арина, смотри, как ты растянула, но все равно собрала ее в кучу. Да, она никуда не приклеивается и хорошо собирается. А я тебе делаю наша ручки. Любимая жвачка для рук, да? Вот попробуем сначала так ножки сделать. Нюши. Наша таки у нас девочка. Пусть у нее будут длинные ножки. Так, потом она все засохнет и будет как одно целое. Раскатываем опять. Делим на два кусочка. Арина, как твоя жвачка для рук тем временем? Я делаю еще один цветочек. Ты цветочек делаешь? Оранжевый цвет тебе нужен? Скажи, у меня есть кусочек оранжевого. Хочешь, ну, да? Нужен. Держи. Ну, я делаю маленькие куски. Там такие красненькие волосики у нас будут, из которых будет торчать резиночка беленькая в виде цветочка. У нее резиночка. Ариш, может, ты сделаешь резиночку? Сейчас мы сделаем еще ей косичку, которая торчит. Резиночка для Нюши. Вот мы сейчас делаем ей хвостик. Приделаем ей хвостик.
Вот такой торчит хвостик у нашей Нюши. Вот так. Теперь нам остались глазки, пятачок, бровки, реснички. Сейчас, в общем, сделаем. Такое. Такая вот у нас Нюшка. Сейчас мы сделаем еще реснички. Вот у нее глаза такие уже пошли. Реснички. Так, вот такие реснички. Нюша, девочка наша, да? С ресничками. Мама, ты моя любимая. Да, это моя вот вторая ресничка. Мам, хочешь от улыбки? Да, ресницы. Вот такие, в общем, у нее реснички. Что-то мы от улыбки, танец и так, нам нужно сделать ей пятачок. От улыбки, да, немножко смешаем с красненьким, да, немножко красного, вот. От улыбки. Вот такая у нас Нюша с пятачком получилась. Ну, какая-то у нас получилась злая. Наверное, на что-то обиделась, на бараша за что-то, да? Сейчас мы еще сделаем ну, ей... Ну, дай мне показать. Сейчас я тебе покажу. Еще сделаю ей ушки. Так, ушки. Что-то Нюша совсем у нас злюкой получилась ну, сегодня. Ну, дай мне посмотри. А я тебе покажу. Покажу сейчас. Вот такая, в общем, получилась у нас Нюша. Вот такая Нюшка. Держи, Арин, смотри. Какая она вот такая Нюша. Что, смешная злюка? Она разозлилась и думает, где мой делся бараш? Давно он мне стихи не писал, да? Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.